я совсем не стыда, не совесть. И всю ночь шлялась туда-сюда, туда-сюда. То открой ей дверь, то покорми, то закрой дверь. И уже ты сегодня четвертый раз ешь, а время только 9:15 утра. Вот где ты шлялась, скажи мне, что ты так оголодала? А я не выспалась. Боже мой. Боже мой. Это где ж вас так не кормили? Ни стыда, ни совести. Вот что. Доброе утро. Вот такой сегодня ясный денек. И это Нотр-Дам. Работы по реставрации продолжаются. Это префектура Парижа, где выдают документы о вид на жительство и так далее. Ну, а я иду гулять на по острову Сите. Давно я здесь не была. В планах погулять. Погода сегодня для этого благоприятная. Вот поэтому планы грандиозные. Вот такие дела. Хорошего дня. Французы очень любят монстеры. Или сейчас мода такая на эти растения. Но во многих декораторских вещах, и в принципе, разные принты с монстерой сейчас популярны, я заметила. Здесь такой пассаж, продаются цветы, сувениры. Можно насквозь пройти, но они здесь не разрешают снимать. Семена разные продаются, елки, лимоны. В основном цветочные магазины. Такие цитрусовые деревца очень миленькие. Какая красота. Да, что-то не сезон. Здесь продаются отсвершие орхидейки. 15 евро. Ничего себе, одна штука отсвершая стоит 15 евро. А тут, конечно, красота. Ну, не знаю, я, наверное, туда не пойду, потому что у меня другие планы. Ой, какая прелесть. Попробую с улицы поснимать. Прекрасно. Жалко, здесь мешают. Вот такой орхидейный рай. Ой. Ванда, по-моему, это называется. La maison d'orchidée. О, какая красота! И вот эти прелестные. Да, очень красиво. Но цены тоже здесь, конечно. Понятно, аренда на Сите очень дорогая. Это практически сердце Парижа. Ну, а я перехожу Сену. Потому что в планах у меня побродить по правому берегу.
Французы все шастают на красный свет. Никто не ждет зеленого, если пусто. Ни одного кораблика туристического. Вон он, красавец, отель «Де Виль». Мэрия Парижа. Погода вроде бы сегодня неплохая, поэтому гуляем дальше. Это не что иное, как башня Сен-Жак. Буквально в паре улиц от Сите на правом берегу. Тоже гаргульи. Ой, даже декабрьские розочки цветут. Да, в принципе, все цветет. Вот какие-то тут красные ягодки. Уже. Красиво. Я здесь ни разу не была. Надо почитать про эту башню. Но видно, что готика. Потому что гаргульи и характерные орнамент и витражи, красота, магнолия. Так что я сегодня не зря опять прогулялась, открыла для себя много нового. Огромное сооружение, буквально в 3 минутах ходьбы от отель «Де Виль». Чайки летают. Даже на камере невозможно показать, насколько оно высокое. Очень красивые витражи. Скверик. Народ сидит на лавочках, греется. Действительно приятно, травка зеленая. Сегодня очень тепло. Я думаю, что градусов 15 есть. Солнечный денек. Очень красиво. Ну, а я веду дальше. На север. Курс на север. Еще одна готическая красота. Поверните налево. Так, вот это я не хочу слушать. Квартал Маре. Четвертый арендисмент. Пожалуйста, здание церкви, кофейня, кафе. Ничего. Никаких чувств никто не обидел. Расписание мессы с понедельника по субботу в 12:15, субботу 18:30 и воскресенье в 10 и 11:15. Какое счастье, что опять выпустили людей на свободу и есть возможность побродить по чудесным улочкам. Это действительно счастье.
musée d'art moderne, palais de Tokyo.